Ну и у нас также хотелось бы момент важный не забывать о том, что сейчас на данный момент мы имеем возможность проводить ревакцинацию от ковида, и те, кто переболел ковидом и прошло 6 месяцев, или те, кто уже вакцинировался более 6 месяцев назад, приглашаем на наши пункты вакцинации для ревакцинации от ковида. Иммунитет нужно поддерживать. Пока еще вы видите, что в новостных лентах действительно много информации о том, что появляются различные мутировавшие штаммы коронавируса. Их уже, так скажем, и дельта-штамм, и мю-штамм. И мы понимаем, что если человек не защитится вакциной, он так или иначе переболеет. Стационар у нас работает с большой нагрузкой, то есть оба отделения загружены пациентами. Пациенты продолжают болеть. Они, в принципе, характеристика пациента – это человек невакцинированный пожилого возраста. Поэтому здесь я очень хочу обратить внимание на вот две эти проблемы.